Все-таки партия у нас с одним из лучших блицоров России состоится. Играем против Владимира Федосеева и Петя Андреев в сети тем временем. Да, можно его с Петей Интересно, тренировать, это как нравится. эти события связаны друг с другом? Боюсь, что никак. А, ну что, я Петю могу добавить в нашу группировку, значит. Попробуй. Да, ну и смотрим. Ты давай не играй покрепче, играй повеселее. Так, Петь, мы играем с Федосеевым. Ну, на самом деле, тут хоть покрепче, хоть повеселее. Я думаю, что шансов Ну, никаких. куда делать? Ческом, на ческом зайди, этот ник, этот звонок чест. Вот. Что там вообще за вариант? А, Первый раз вижу. и ты говоришь, что у Федосеева 2700. Ну, блиц. Да, мы записываем. Ничего. Ну, меня обыгрывать будет, Вот. что. Вот. Я тот же вопрос задал. Ничего. Ничего. Давно не было блицушек с мастерами. Тем более, Вот Ростов вошел в Лигу Европы. Ростов просто гений. Да. Бились, бойцы, бойцы. Так, ну конь G4 надо играть, нет? Конь d5 вернется. Я хочу конь g4, но не могу момента подобрать. Там записывать? Да. Да. Коня на G6. Ну надо как-то мотовать там. Ну, F5 да, уже, король H8, меня F5. слегка обманули, такое ощущение, что в дебюте здесь у белых должно быть получше. Может, ничего страшного не произошло, но у белых получше. Может, мат пойдем ставить, нет? 2700 блиц. Лирана. Так, ну вот линия F еще наша. Да, но это очень спорное стратегическое решение. После c3 мне, Ну видимо, это F5, придется наверное. брать, но теперь e6 слабость заметная. То есть мне надо как-то активно играть, видимо. Ну, значит, иди мат Я не ставить. умею активно играть, это очень плохо. Ладно, Я, конь... кстати, подскажу план. Я с E8. Ну, можно выбить, наверное. Я не знаю. Выбить и пойти E5. Когда-нибудь при случае. Или ферзь E8, ферзь G6. Вот такой план. Ну, может вообще выведет Давай. D5 пойти. Ну, тут черный. Испанный. Понятно. Гроссмейстер сюда. Да. Ну, какой? Ну, план. Ферзь E8, ферзь G6. Не, ну я уже D5 пошел. И чего? Ничего. Конь H3 пустили. Конь H3, конь G5. Дай хороший перевод. Серега, гроссмейстер играет испанку. Вообще скучно. Я вот пытаюсь как-то наладить. Один настоящий гроссмейстер, один гроссмейстер Феникс. Ну, да. А второй липовый. И все равно играет испанку. Ну все, коня на e4. Ну, гроссмейстер. Ну, может, не так плохо у черных, кстати. Потому что на коне e4 я даже ДЕ смотрю. Может, какой-то смысл есть. Зачем? Ну, там... Пешка зависает. Ну, кого-то там можно F3 поставить. Ну, правда, там D5 белые будут сразу прорываться. Это важный момент, кем брать. Я даже не знаю. Как лучше. Ну, если такая, то продумай. Так, минута Ну, 23, ощущение играем есть, что пока. после ДЕ D5 там что-то должно найти. То есть, даже вот ДЕ D5, ЕД, что дальше? Ферзь D5 взяли. Как-то, может быть, ладья D8, там, ладья D2, E3. Ну, да, наверное, все-таки слишком странно. После коня E4 конь плохо на E4 стоит. То есть, он пойдет ферзь C2, и коню куда выдевать? Ладно, побьют ДЕ. Мне под... Опять конь G5. Можно было пойти конь G5 и опять конь. Ну, может быть. Так, ну давайте повеселее. Ну, чуть-чуть нужно ускориться, потому что времени мало. Я, конечно, понимаю, что Да все нас вы... обыграют, не волнуйся. Что ты так переживаешь? Как пешку защищать теперь? Вот так, да? Бей, наверное, что такого? Я думаю, кого? А, стоп, ферзь Е... Вот план, я нашел план. Ферзь Е8, ферзь H5. Есть сразу ход ферзь G5 активный. Делаем его, Ну, не... хорошо. Ну, давай. Ферзь H5. Мне дают еще ферзь e5 побить. Наверное, стоит воспользоваться этой возможностью. Да, но теперь ДЕ не выгодно, потому что ферзь... Ну, это что такое было? Это якобы креативный ход. Так, как теперь прорываться? Может G5 просто психануть? Или там разнесут? Не Вроде у знаю. ферзя не так много полей вторжения. 25 секунд, повеселение. Ага, ударить хотим. Ну, кстати, по цейтноту, наверное, сейчас белые задумаются секунд на 8. Свой цитнот. Угу. Да. Я не знаю, самое интересное, что, наверное, еще нифига не проходит. Помимо того, что это, ну, совершенно не в моем стиле.
Почему у него есть звездочка, а у тебя нет? У меня есть зато бриллиантик. Бриллиантик. Я, кстати, не знаю, вообще-то... Вообще-то у всех гроссмейстеров должен быть бриллиантик. Не берет, кстати. И что делать? Как же 6? Как же 6? Ну это тупо выглядит. А что делать? Я просто уберу назад. Надо ходить. Да, но тут уже как-то обманут, я думаю, с таким временем. Хорошо. Ну, дальше. Это работает? Нет. В Коста Конжи 2. Ну ладно, тут надо сдаться. Ты был бездарен. Ну, почему бездарен? Я играл очень активно, предприимчиво и очень медленно.